Всем привет! Меня зовут Оля. Сегодня вместе будем печь бисквиты для бисквитных рулетов. Мы испечем классический бисквит и шоколадный. Один сделаем с вареньем, для другого приготовим самый простой шоколадный крем. Бисквиты очень удобные в работе. Мягкие, эластичные и не ломаются. Первым будем печь классический бисквит. В миску разбиваю яйца, добавляю горячую воду и сразу же начинаю взбивать миксером, взбивая на максимальной скорости 1 минуту. Сахар смешиваю с ванильным сахаром и подсыпаю к взбиваемой массе в течение еще 1 минуты. Как сахар закончится, продолжаю взбивать еще 3 минуты. Также на максимальной скорости. Яичная масса в несколько раз увеличится в объеме, станет светлой, пышной, но не плотной, более жидкой. Это нормально. Муку смешиваю с крахмалом и разрыхлителем. В 2 приема просеиваю в яичную массу. Быстро и аккуратно перемешиваю миксером на минимальной скорости. Тесто готово. Противень для выпечки я готовлю заранее. Застилаю его пергаментной бумагой и делаю из нее бортики. Переливаю тестом и хорошо разравниваю по всем уголкам. Можно слегка постучать противнем. Сразу же убираю в духовку. При 200 градусах пеку бисквит 10-13 минут. Готовность можно проверить зубочисткой. Бисквит достаю из духовки и переворачиваю на отрез из пергаментной бумаги. Сверху щедро смазываю холодной водой. Можно укрыть мокрым полотенцем. В таком виде оставляю бисквит остыть на 10 минут. Теперь снимаю верхний пергамент, а вместе с нижним сворачиваю бисквит в рулет и даю ему полностью остыть. Для прослойки я использую протертое абрикосовое варенье, можно любое другое. Лучше выбирайте более жидкое, чтобы оно хорошо пропитывало бисквит. Сворачиваю рулет. Если верхняя корочка отслаивается, ее лучше снять. Заматываю бумагу и убираю в холодильник примерно на 1 час. Рулет подравниваю. Шоколад помещаю в кондитерский мешок, можно использовать и плотный полиэтиленовый пакет. Опускаю в горячую воду. Примерно через 1 минуту шоколад полностью растопится. Даю ему немного остыть. Срезаю маленький уголок и украшаю рулет. Уберу его в холодильник для застывания.
шоколадным бисквитом принцип приготовления тот же, но для того, чтобы бисквит получился таким же мягким, добавляем на одно яйцо больше, и половину крахмала нужно заменить на какао-порошок. В таком виде бисквит может ждать несколько часов, как шоколадный, так и классический. Для крема сливочное масло комнатной температуры взбивают до пышной и светлой массы. Шоколад растапливают так же, как и для украшения. В кондитерском мешке опускаю в горячую воду, даю ему остыть. Он должен быть комнатной температуры, как и масло. Срезаю уголок и добавляю к маслу понемногу. В конце по вкусу добавляю сахарную пудру. Бисквит пропитываю сладким кофе, выкладываю крем и разравниваю, не доходя до противоположного края, где-то на сантиметр-полтора. Сворачиваю в рулет, заматываю в пергаментную бумагу и убираю в холодильник на полтора часа. Украшаю также растопленным шоколадом. Варенье для бисквитных рулетов может быть самое разное, выбирайте на свой вкус. Кофе для пропитки можно заменить на чай. Горький шоколад для крема можно заменить на молочный. Кроме варенья и кроме шоколадного крема, можно прослаивать бисквитные рулеты сливочным кремом, кремом на основе крем-чиза или шоколадным заварным кремом или кремом пломбир. Все эти рецепты уже есть у меня на канале, ссылки я оставлю в описании под видео. Друзья, у меня все. Надеюсь, вдохновила вас. Удачной выпечки. Ставьте лайк и до новых встреч. Пока!